будущем году в Твери в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды запланировано благоустройство главной пешеходной зоны города – улицы Трехсвятской. В рамках первого этапа работы пройдут на участке от улицы Новоторской до бульвара Радищева. Подробнее об этом в следующем сюжете. Напомним, что по итогам рейтингового голосования, проходившего на единой платформе «Загородсреда.ру», в период с 15 апреля по 31 мая 2022 года улица Трехсвятская набрала наибольшее количество голосов и заняла лидирующую позицию в перечне общественных территорий для благоустройства в следующем году. За нее проголосовало более 4000 человек. Мы решили выйти на главную пешеходную улицу города и спросить жителей, как именно они хотели бы благоустроить Трехсвятку, а может и не только ее? Часы бы починила бы, чтобы они ходили хотя бы нормально посмотреть. Ну и лед, наверное, убрать. А все остальное меня устраивает. Я здесь близко живу. И именно вот что вот прогуляться, проходить безо льда. И вот часы меня очень как волнуют. А какая улица для вас в Твери самая привлекательная? Привлекательная? Ну, наверное, все-таки Радищева, вот именно Трехсвятская, все-таки, наверное, более привлекательная. Ничего не нужно мне. Мне ничего не нужно. Все хорошо? Все есть. Плитка есть, все есть. Все хорошо. А какая улица для вас самая аварийная, которую нужно благоустроить? Улица более-менее нормальная. Вот во дворах центральные обеспечены, сделаны в основном. Лавочки, плитку, лавочки какие-нибудь красивые такие, фонари красивые, побольше для отдыха, чтобы людям вот это. А какая для вас улица считается самой привлекательной в Твери? Твери. Мы любим Пролетарский район. У нас проспект Ленина нам нравится. Но, к сожалению, тротуары надо благоустраивать в Твери. Это самое больное место – это тротуары. Особенно вот проспект Ленина, где мы живем. Это, конечно, очень печально. Ходить невозможно. Ну, по-моему, здесь все прекрасно. Ничего бы не добавить. Ну, побольше бы, наверное, хотелось бы домиков со всякими товарами, потому что разнообразия маловато. Ну, возможно, просто еще рано. По итогу опроса можно сказать, что тверичан в целом устраивает Трехсвятская и ее вид. Но они хотят больше изменений в других районах города. Например, в юности. Работы по благоустройству главной улицы будут производиться в апреле-августе 2023 года. Подрядчику предстоит выполнить демонтажные работы существующих покрытий. Устройство покрытий из гранитной плитки и брусчатки с установкой бортовых камней, устройство фундаментов под размещение арт-объектов и многое другое.